Друзья, всем привет! Сегодня вашему вниманию я хочу представить совершенно новую рубрику на канале PSN Travel, которая называется «Турист 24/7», благодаря которой вы сможете путешествовать всегда и выгодно, и безопасно. Итак, что же это за рубрика и почему же она нужна именно вам? Да потому что туристический рынок – это очень динамический рынок, который развивается грандиозными темпами, как в положительную сторону, так и в отрицательную. С положительной стороны, это постоянно открываются новые направления, которые раньше были недоступны обычным туристам, либо имели просто космическую стоимость. Это новые технологии, с помощью которых турист может получить более реальную картинку по тем услугам, которыми он собирается воспользоваться. А также масса других различных ноу-хау, которые постоянно внедряются в туристической индустрии. Но есть и отрицательная сторона развития, которая может очень негативно отразиться на вашем путешествии. К примеру, это могут быть какие-то частично непредвиденные ситуации во время вашего отдыха. Либо это может быть задержки авиарейсов, в результате чего пассажиры могут сутками сидеть в аэропортах без каких-либо компенсаций. Это банкротство туристических компаний, впоследствии чего вы можете остаться без вашего отдыха и даже без денег, которые вы заплатили за ваш идеальный отдых. Это неопытность сотрудников в туристической сфере, в результате чего вы можете получить не совсем то, что хотели, либо вообще не попасть на ваш долгожданный отдых. И самое страшное, что может быть, это мошенники на туристическом рынке, которые хотят просто нажиться на неопытных, ничего не понимающих в туристической сфере туристах. Поэтому, чтобы все ваши путешествия проходили гладко и вы получали только положительные впечатления от вашего отдыха, вам нужно понимать текущую оперативную обстановку на туристическом рынке. Потому что ту информацию, которую вы можете посмотреть в отзывах, либо в других источниках на пространствах интернета, либо в СМИ, может быть не совсем актуальной и не отображать реальность в туризме. По этим всем пунктам, друзья, я вам расскажу и приведу примеры в нашей новой рубрике на канале PSN Travel «Туризм 24/7». Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube PSN Travel, жмите на кнопку колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео с важной для вас информацией. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в первую очередь. И не забывайте ставить лайки. И вы будете всегда в курсе, как путешествовать выгодно, безопасно и только с положительным результатом. На этом все. Всем спасибо за внимание. Желаю вам только положительных путешествий и отличного настроения. До новых встреч на канале PSN Travel. Пока-пока!